Святыню встретили радостно и торжественно после божественной литургии, которую совершил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Ковчег с честью мощей блаженной старицы приносится в пределы Симбирской епархии с родины Святой Матроны из Тульской епархии. Вот на моей памяти, на протяжении жизни одного поколения, почитание Святой Старицы Матроны возникло и расширилось так, что она почитается во всех пределах русской земли. Монастырь ее в Москве всегда полон народу. Помогала на торжественной встрече святыни движение «Симбирская православная молодежь». Ребята организовывали очереди, протирали ковчег с иконой и отвечали на вопросы прихожан. Кажется, что это большой подарок быть в храме, побыть на литургии и оказать помощь ближним. И это и есть наше служение Богу. Для православных ульяновцев встреча ковчега стала настоящим праздником. Хочу порадоваться, что ее мощи у нас в городе. И потом хочу поблагодарить за помощь, которую она мне оказывала в жизни, в семейных, в житейских делах. Ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской будет находиться в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе по адресу Ульяновская, дом 2, до 10 июля. В течение дня в небогослужебное время у святыни будут совершаться молебны. Храм открыт ежедневно с 7 до 19:00. Юлия Руднева, Юрий Конихин, Улправда ТВ.